В Татарстане продолжает увеличиваться статистика заболевших гриппом и ОРВИ. Количество заболевших превысило отметку в 40 тысяч человек. В сезон эпидемиологического подъема вирусных инфекций в больницах республики попадают как дети, так и взрослые. Сейчас мы видим значительный рост заболеваемости населения ОРВИ, то есть острыми респираторными вирусными инфекциями, и гриппом в частности. Если говорить про эпидемиологический порог, то он превышен более чем в 2 раза, то есть на 107%. На этой неделе у нас уже более 160 человек на 10 тысяч населения, что, конечно же, значительно выше эпидемиологического порога. Начало эпидемии специалисты наблюдали уже в начале ноября. Уже тогда заболеваемость была выше базовой нормы. Отмечая рост эпидемии, эксперты утверждают, что ситуация усложняется на фоне сезонных причин, которые связаны с ухудшением погодных условий и частыми пребываниями в больших компаниях. Мы уже давно не имели эпидемий гриппа, и, по сути, коллективный иммунитет у нас ослаб и сделал население более подверженным таким заболеваниям. В том плане, что люди прививались от ковида, но зачастую не прививались от гриппа, что опять привело к снижению коллективного иммунитета. Отличить ОРВИ от H1N1 без теста почти невозможно. Однако характерной чертой гриппа является высокая температура с первых дней болезни, а также головная боль. Отличить обычное ОРВИ от гриппа и, в частности, от штамма H1N1 практически невозможно без специальных методов анализа молекулярных. Вот как мы сдаем на ПЦР от COVID-19, также только инструментальный метод анализа может однозначно сказать, чем же все-таки человек болеет. Для того, чтобы не заразиться в эпидемиологической ситуации, специалисты советуют придерживаться простых правил – соблюдать личную гигиену, избегать больших скоплений людей, не трогать грязными руками зоны вокруг глаз, рта и носа. Самое основное и действенное мера – это вакцинация. Пандемия все еще продолжается, эпидемия гриппа продолжается, поэтому я бы все равно рекомендовал сейчас экстренно пройти вакцинацию еще и от гриппа. Напомним, что привиться можно в униклинике Казанского федерального университета по адресу улицы Вишневского, 2А. Предварительная запись по телефону 233-3000. Аделина Абдрахманова, Универньюз.